Алло? Ба, да это Дюбуа! Карабуи! О, да. Откуда это? Принес из зоопарка. Хипарики попали в засаду. Что? Их нельзя бросать в беде. Они нам соврали. Да, и помогать я им не побегу. Они же наши друзья. Но они ведь не цирковые. Это не важно, Джонси. Не думал, что произнесу это на американской земле, но этот русский прав. Алекс? Не нужны мне ваши деньги. Мне нужна его голова. Джи! Цирковые своих не бросают. Операцию «Спасение цирка Афро» начать! Есть, шкипер! Запускайте тюленя! Я морской лев! Неважно! Две тонны радости? Пошли, пошли, пошли! Потанцуем? Если пригласишь! Вау! Ну-ка, втяни брюха. Я потрясен. Миссия выполнена. Сваливаем отсюда. Без меня, подождите. Стефан. Без меня не улетайте. О, нет. Марти, мне нужен канат. Сейчас будем! Начал поправили и вперед! Что будешь делать? Мы будем делать трапецию американо. Я готова! Фрэнки, Джонси, приготовьтесь! Готовы, босс! Вперед, вперед, вперед! Пусть я погибну, но твою голову я заберу с собой. Я в этом сомневаюсь. Эй, за мной! Ты погибнешь, но без моей головы. Он поднялся на реактивной тяне. Кончилось время, когда ты гонял их за животными, Дюбуа. Ты зря замахнулась на царя зверей. Должны быть животные вроде тебя. Сидеть. Лежать. Шутка. Перевернись. Молодец, Дюбуа. Место. Да.
существует. Существует! Смотри и учись! Так что, вы думаете начать новую жизнь в цирке? Жизнь, полную приключений? Романтики? И опасностей? Настоящую жизнь! Ну что скажете?